Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Ну что, приехали мы в место под названием Good Lake. Озеро, говорят, хорошее. И в распоряжении моем сегодня целых $200. Заходим. А на входе сразу стоят такие столики, и на них продаются всякие разнообразные штуки, сделанные из ракушек, еще чего-то. И, наверное, я тоже хочу себе что-нибудь купить. Но здесь почему-то никого не вижу. А кто здесь? Вы? А чё почём? Хоккей с мячом. Не знаю, браслетики почём. Это камушки Пандоры. Ой, классные штуки, смотрите. А чё, вы мне скидку сделаете? 120 давайте. Так. Всё, я уже его одела. Одела, сама не заметила, как. Идем дальше. So you might as well swim. My world's on fire. How about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Вообще пирсы всегда были моим любимым местом на Иссык-Куле, потому что, ну согласитесь, это романтично, и для любителей попрыгать это тоже очень здорово, потому что я сама люблю, хоть и плохо умею, если честно, вот. Но здесь, кстати, прыгать нельзя, потому что здесь не очень глубоко, опасно для жизни, написано везде. А первым делом пришли на пляж. Почему? Потому что в последнее время почему-то сразу я не бегу на пляж, как-то заселяюсь, еще что-то. Я решила воспользоваться погодой. Кстати, сегодня передавали, что будет пасмурно, но пока вижу солнце, которое меня отлично припекает. Но это Иссык-Куль, поэтому, я думаю, через полчаса может даже мне град на голову упасть. В общем, не суть. О чем говорю? Говорю о том, что захотелось искупаться. Пошла первым делом на пляж. К сожалению, вещи мои не со мной. Поэтому нужно идти и, наверное, заселяться. А пирс – это вещь классная. Место, конечно, красивое. Идем смотреть номера. Еще хочу поделиться с вами одним секретиком. Запланирована у нас завтра поездка, это экскурсия. Какое-то там ущелье, не буду врать, не помню. Никогда не была, будет очень интересно посмотреть и с удовольствием показать вам, что да как. Иссык-Куль не объятий. Не объятий. Заходим в номер. Номер стоит $20 с человеком, мне сказали, здесь трехразовое питание. Если рассуждать, то это кажется вот даже как-то дешево. Две кровати тут, две кровати тут. Большая территория. Все очень зелено. И засажено цветочками. Это плюс. В Good Lake есть номера полулюксы и люксы. В номере люкс есть две большие кровати, прикроватная тумба, телевизор, холодильник, большое красивое зеркало и уютненький столик со стульчиками. В общем, все в лучших традициях. Остаемся здесь. Хорошо, что есть детская площадка здесь, кстати. Пришли на ужин самые первые. Значит, самые голодные. Я не знаю, как можно назвать это блюдо, какое у него название есть, но я такая голодная, что я даже не буду думать на эту тему. Поэтому приятного аппетита. Еще такая самса. Listen, girl, can't you see I love you? Make a little effort, try to be true. I'll be happy, not so blue.
несмотря на погоду дождливую такую, мы все улыбаемся и отлично себя чувствуем. И знаете, что мы решили сделать? Мы едем на экскурсию, если я не ошибаюсь, место под названием Григорьевское ущелье. В общем, будем ловить трэш. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот прям так хочется сказать. Обратите внимание, стою напротив домика, который исполнен полностью по русским традициям, можно сказать так. Почему вообще говорю об этом? Пока ехали, пока едем, наш водитель, человек, который проинформировал нас, спасибо, кстати, большое, огромное, сказал нам кучу всего интересного. И, например, вот Семеновка и Григорьевка, два села, и почему они так назвались? Было два человека, два брата, которые были проповедниками русской веры, вот. И 95% населения в свое время здесь были русские. Ну, и они и сейчас здесь живут. И дома, соответственно, почти все исполнены вот в этом стиле. В общем, много всего интересного, и будем с вами делиться и рассказывать. Не передам ни одним словом просто, что я сейчас чувствую. Красота неописуемая. Повторюсь 20 раз сегодня, что погода не мешает. Настолько все красиво. И стояли вот сейчас и придумана в моей голове история. Я хочу отныне называть себя Беллой, остаться жить в своем лесу, найти своего Эдварда. Ау! Сейчас рядом с рекой, которая называется Кичи-Аксу. Если перевести на русский, это переводится «малая белая река». Она является питьевой, то есть можно подойти смело, набрать стаканчик и утолить свою жажду. За моей спиной находится юрточный городок, который называется тоже Кичи-Аксу. Чем он славится? Славится он своим кумыс-лечением, но в период весны, то есть 3 месяца вы можете позволить себе подлечиться. В другие сезоны здесь можно тоже остановиться и перекусить, например, как кафе используют эти юрты. А можно погладить его? А где лучше погладить, спереди или сзади? Привет. Ой, какой славный, ты замерз, наверное. А чё он орёт? Чё он кричит? Кушать хочет? Мясо, говорит, хочет он. И я тут подошла мясо. А когда ты дашь ему мясо? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Ребята, просто каждый должен, мне кажется, попасть в это место. Я не знаю, это невероятно, у меня нет слов. Я просто еду вот с таким открытым ртом и наслаждаюсь, и восхищаюсь. Родники повсюду, блин, так красиво, так зелено. Вот прям как в сказке. Сказка. Добрая сказка про Вику. Мы пока не видели никого. Но скота рогатого и парнокопытого очень много. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well. Я прям, я хочу русалка, как сигануть туда вот сейчас. Смотри, там вон там тоже оно есть.
Там, мне кажется, избушка и какой-нибудь Дед Мазай живет и колдует. Ветер здесь, конечно, очень холодный. Пробирает прям до костей. Ну, интересно, знаете, сколько хожу, Эдварда пока не встретила. Я все жду же, где же он. Так красиво, озеро номер 2. Оно ледяное, говорят, между прочим, даже когда погода хорошая, поэтому купаться. В нем нужно иметь сильный дух. Это не прям. Не могли не остановиться в том месте, где снималась известная всем телепередача «Орел и Решка». Вот прям на этом месте стояла ее юрта, и чуть дальше там она каталась на коняшках. Место действительно красивое, напротив меня просто какое-то произведение искусства, я бы сказала. Начинается дождь, не могу уже долго разгуливать, потому что холодает, вечереет, мы голодаем уже понемножечку. Все это классно и здорово, но я думаю, надо уже ехать кушать. А мы приехали в место, где собираются все люди для того, чтобы пообедать. Обед включен в стоимость поездки. И вот, в общем-то, забегаем мы в юрту. Вообще, по глупости своей, надежды на хорошую погоду, не взяли прям теплые вещи. Думала, зайду в юрту, станет потеплее. Нет. Не жарко тут. В общем, если была чуть поменьше, еще бы, наверное, и платьишко померила. Наконец-то просто настал тот момент, когда мы сели обедать. Посмотрите, сколько всего мне принесли. Самый гостеприимный народ, мне кажется, живет здесь, потому что когда люди услышали, что я где-то чуть-чуть кашлянула, мне тут принесли и малиновое варенье, и все что угодно. Поэтому, пользуясь случаем, хочу передать привет всему коллективу «Орла и Решки» и сказать вам, лажанули, честно, вот прям так грубо даже скажу, потому что все это неправда, и это лучшее место, где можно отдохнуть. Совсем не за такие деньги, кстати. Очень-очень веселый коллектив, ребята, все, они просто такие болтушки, развлекают, все проходит на большом позитиве, и хочу также сказать, что люди, которые увидели передачу, снятую про Бишкек, про Кыргызстан, очень недовольны, и в общем, недовольны люди. А вот вы смотрите и правду секите нашу местную. Пир удался, привезли нам сегодня и медовухи, и еще каких-то разнообразных настоечек, ликеров и много всего интересного. Полечили, напоили, накормили, двигаем дальше. Пока? Пока. Пока, сладкий. А.
Приехали в место, не знаю, как это назвать, если вы видите такой небольшой навес, но знает его очень много людей, приезжих туристов, и зовут этого человека дядя Вася. Мы еще не доехали до него, и уже наслушаны очень много интересных историй. И, собственно, чем здесь занимаются? Здесь продают и грибочки разные, и сушеные, и сырые, и соленые, и все травы, и мед, и главное, медовухи, вот, которые мы пробовали, настойки разнообразные, ликеры на барбарисе. Ну, я вот вижу, здесь прям много всего. Честно говоря, не разбираюсь. Здрасте, дядь Вася! Мы вас уже любим! Как у вас дела? Нормально. Посмотрите, здесь вот пасеки. Вы не замерзли сегодня? Нет. Мы вот замерзли сегодня. Дайте мне чем-нибудь согреться. Давай. Мне сказали, вы меня один только можете вылечить. Да. Будете сегодня моим доктором. Что я буду... Настойка на барбарисе, на самогонке. Вот полезная штука. Сейчас я буду греться. Ваше здоровье и мое здоровье. Я как человек не пьющий выпила это с огромным удовольствием. Идет легко и самое главное вкусно. Самое главное прогреет мое больное горло. В общем, мы приехали на горячие источники. Какая вода, я еще пока не знаю, но говорят, она горячая. Поскольку я купальник не взяла, купаюсь я в футболке. В общем, срочно бегу, потому что очень холодно. В общем, вода крутая, прям классно. Там, наверное, горячей, да? Да, горячей. Может... Там еще горячей. Нет. Она прям очень прям кипяточная, если честно, ребят. Еще сейчас там опять, наверное, резко глубоко. Нет, просто мощно. Ну, мне вот так. Она очень горячая, просто невероятно горячая. 48 градусов. Говорят, 48 градусов. Это она от своей природы такая горячая? Если мы учетом, что я немножечко успела подпростыть, тут говорят, что она очень полезная. Особенно для девочек полезная. В общем, все срочно гости, да, я не знаю, и будем устраивать тусу какую-нибудь. Включим мы зонтики и будем качать. Честная минеральная вода. Можно и пить. Для желудка полезно. Вкус как боржоми. Body wants told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine. Не знаю, что сегодня произошло с моей кармой, но это удивительный день, где попадаются мне люди. Самые, по-моему, приветливые, самые гостеприимные, которые только могут быть. Почему? Объясню еще раз. Обратите, пожалуйста, внимание на этот прекрасный стол. Не имею права сказать, что здесь какая-то суперкрутая сервировка или обслуживание. Нет, это не так. Здесь все настолько по-домашнему и так добро и ласково к тебе относится, у меня просто нет слов. Что еще хочу сказать? Наверное, это все очень вкусно, потому что у меня здесь и грибочки разных сортов, и мяско, и рыбка, и ребрышки, и салатики. И все это сделано, такое ощущение, чувствуется с огромной любовью и теплотой, поэтому мне не терпится все это попробовать. А вам что кажется аппетитным? Мне все кажется аппетитным. Ням-ням-ням-ням. Очень-очень мягкая.
Мне тут говорили, что у них свой фирменный соус, который я просто не имею права не попробовать. Мне кажется, у меня руки от счастья потрясут. Кисло, сладко, острый, непонятно что, но очень вкусно, честно, поэтому меня не обманули. Давай молча, пожалуйста, я поем. Знатный ужин, дорогие мои, просто. Вот чтоб все так жили, как мы сегодня. Ну что, мы же поужинали, я бесконечно счастлива, довольна и восхищена вообще всем, что сегодня произошло. Спасибо этому заведению, которые приняли нас как, можно сказать, родственников, я не знаю. И спасибо человеку, который посоветовал нам это место. Его зовут Адыл, это наш проводник. Адыл, пойдемте ко мне, я хочу показать вас людям. Имею полное право показать этого человека, потому что всю дорогу нас веселили, с нами болтали, нам рассказывали очень много интересных вещей. Благодаря этому человеку вы сегодня узнали тоже очень много. Зовут его Адыл. Человек, который организовал микстур. И огромное ему спасибо. Лично от себя могу посоветовать. Конечно, вы имеете право верить, не имеете права не верить. Но я настолько восхищена, что у меня почти нет слов. Огромное вам еще раз спасибо. Я хочу пожелать вам встречать побольше таких людей, которых сегодня встретили мы, потому что это роскошь. Спасибо вам большое. Приезжайте нам еще побольше, побольше. Самые лучшие туры у нас в микстуре. Но мы сегодня убедились. По приемлемым ценам самые лучшие туры. А, можно обнимать. По-по-по-по-по. Что я могу позволить себе все? Ух, я очень остро. А прямо за моей спиной находится древо жизни. Оно полностью сконструировано из железа. Не передам ни одним словом просто, что я сейчас чувствую. А, малая белая река, она является питьевой. Прям на этом месте стояла ее юрта. И она прям очень прям кипяточная. Потратила я около $5. Мне здесь однозначно нравится.